Сегодня, 17 апреля, состоялось выездное заседание рабочей комиссии от городского управления и Министерства образования и науки, а также муниципального комитета и уполномоченных по правам детей. Местом проведения был выбран детский сад «Ясли» номер 404 города Донецка, который неоднократно попадал под артиллерийские обстрелы со стороны украинской армии. Прилетел снаряд с той стороны детского сада, и вылетели стекла у нас на первом этаже и на втором этаже. Крыша пострадала, да. А в этот момент детки выходили из садика? Это был вечер. Благодаря тому, что детей и персонала в садике не было, никто не пострадал. Однако последствия сказались на инфраструктуре и рабочем процессе учреждения. Сегодня мы в этом садике пришли обследовать, первое, это каким образом, как технологически произведено за вот этот короткий промежуток восстановление учебного заведения «Ясли-сад» номер 404. Вниманию всех присутствующих были представлены фотоматериалы с разрушениями, а конечный результат восстановления, которое произвели благодаря Центральному управлению восстановления, можно было увидеть воочию. Кристина Крымова, Дмитрий Русский, Новороссия ТВ.